Приветули, небольшое обращение перед началом ролика. В связи с тем, что сейчас происходит с Ютубом и все непонятно, ребятки, хотел бы предложить вам подписаться на Boosty, группу ВК или Telegram. Либо на что-то одно, либо на все вместе, как хотите. На Boosty есть контент и сейчас, но если вдруг будет плохо с доступом и вам не нравится, допустим, ВК, на котором 2 года уже дублируются все реакции, я буду публиковать в открытом доступе, так же, как на Ютубе публикую, но на Boosty. А в телеге просто новости, чтобы вы знали и были в курсе дел. Большое спасибо за внимание, приятного просмотра. Знаешь, я ведь встречался со смертью. Вот как мы с тобой сейчас сидим, так же и с ней. Лицом к лицу. Она мне говорит: «Вальдемар». Я дополняю: «Рейхстагович». Она отвечает: «Выебываться будешь?» Хорош. Я закуриваю сигаретку, говорю: «Извини». Она продолжает: «Твой последний шанс, Вальдемар. Если ты не сделаешь этого сейчас, наша следующая встреча будет последней. Ты пытаешься внушить мне чувство вины за что-то, что в твоем понимании». Мне нравится, какая блестящая эта полигональная голова. Хорош. Какая, черная? Вины за что-то, что в твоем понимании является чем-то бездуховным. Для меня же вины за что-то. А наша следующая встреча будет последней. Киблики. Ага. Ты пытаешься внушить мне чувство вины за что-то, что в твоем понимании является чем-то бездуховным. Для меня же это было вопросом жизни и смерти. Мы никогда не сможем понять друг друга. Ладно, на самом деле я просто не добежал. Ты на входную дверь говняхами измазал! Куда? О, господи. Ты не добежал! До двери второго этажа. Настоящее искусство, да? Знаешь, в детстве я безумно любил сырники, а сейчас сломаю тебе колени, после чего ты возьмешь мыло и поползешь отмывать говно, лысый! Я не лысый. А какой? Я не лысый, у меня купальная шапочка телесного цвета, да? Да. А потом он снимает купальную шапочку, а под ней он все равно лысый. Просто не хочет там признавать. Я в норме. Я в норме. Че это? Идет допрос! Вышел отсюда, хуй! Ты как себя ведешь? Я твой начальник. Я знаю, иди нахуй! В смысле? Да ты вообще... ты? Долг отдашь сейчас? Что? Долг отдашь сейчас? А, долг? Не, потом будет. А что, что это у тебя? Кто это? Никто! Иди нахуй! Жди, не иди. Я могу отдать долг за него. Говно, иди смой! Долг может отдать за него. Кто это? Никто! Иди нахуй! Подожди, не иди. Я могу отдать долг за него. Но для этого меня надо отпустить. Давай отпустим, хороший. Не вмешивайся в мою работу, чертахуй! Залупок! Валда, это все не казалось. Ебать. Мне кажется, ты горел на работе. Ага. Бананы падает. Разумных предметов. Блять. Жесть. Не то ж не поверишь, что это не он. Но если он не будет трогать кувалду, там нет его отпечатка. А вдруг есть? Может, он ее с собой приволок? Просто поставил, когда его арестовали за обмазывание говном. Может быть, да они даже черкаши остались. Алло.
А это наши подписчики на Boosty, благодаря поддержке которых мы можем продолжать выпускать контент и радовать вас. Большое спасибо, что поддерживаете нас, ребята. Ссылка на Boosty в описании. Через 5 секунд нация самоуничтожится. У меня! Уничтожится! У меня! Я придумал, что ему ответить. Пропусти. Не надо. Там случился договор. Мы договорились. Один из нас, можно сказать, даже допизделся. Передает тебе в качестве извинений. Ушко? А что насчет долга? Ну, ему ты с вероятностью 95% уже ничего не должен. А мне за услуги переговорщика 3 ляма. Ты что? Что за переговоры охуевшие? Я такое не согласен. А сколько ты негру должен был? 2 бутылки воды. Хорошо. 1.5 ляма. Пропусти, а? Я буду говорить только с негром. Не надо, я сам. Отойди чуть-чуть. В общем, он передумал насчет воды. Теперь ты должен ему 3 ляма. Какие ляма? Ляма, отойди. Какие ляма, отойди. Да, кстати, еще на перчатках. Перчатки же начали. Он подготовился к мазанию говно, он был в перчатках. Сейчас ты все уже арестован. И убрал. Ты чего? Да все, что ты ничего. Что у него за странная одежда? Почему у него только половина пиджака? Я думал, она висит оставшаяся, но ее просто нет. Расскажи. Что? Ну, вспомнил, что в пистолете нет патронов. Так я же об этом не знал. Ну сейчас-то уже куда? Да ну, блядь. А ты уверен, что в магазине был не один патрон? Может, их было всего 2? Как же он ведется? Что ты за гнида? Зачем ты так? Я ведь вижу, ты хороший парень. И хоть на ухе были найдены твои отпечатки, я верю, что негр убил не ты. Предлагаю оттащить тело в твой кабинет и разобраться с ситуацией уже там. Ты же... Блять, они правда это делают. Главный тут. Да, директор. Ну, оно чувствуется так. Правда? Да, дух у тебя мощный. Ну и сам ты с усами такой. Что, нравится? Только уровень интеллекта там, как у того в этом сериале. Он просто этот, как его. Походу, очень бухой. Ну да. Нет. Ну, оно чувствуется так. Правда? Да. Дух у тебя мощный. Ну и сам ты с усами такой. Что, нравится? Нет. Не уважают тебя тут, я заметил. Почему? Уважают иногда. Слушай, давай я буду директором теперь. Почему это? Ладно, это второй этаж. Дельцы у меня тут. Пойду. Ты не можешь, у нас же негр. Не, так я вернусь. Ты дверь закрой. Блять, он на эту дверь обоссает. Лысый долбоёб. Ебать, какой директор полиции Доминико Дефиченте. Негров у вас тут. Сколько у вас зашло? 1.
у меня пока многовато. Сейчас, стабилизируешься. Сейчас, что он сказал? Пока многовато. Сейчас, стабилизируешься. А, стабилизируюсь! Пизда. Стабилизировался? Нет. А ты же это дело был лучше. Отложил? Не отложил. Пытался, но не успел, да? Отложить. Понимаешь, это ответ отложил, и ответ не отложил, оба верные. Хотел отложить, но пришлось отложить, да? Да. Шалис. Не отложил. Помешались. А где у тебя пол кабинета? Пол кабинета? Ну, как у всех, снизу вроде. А ты почему такие вопросы задаешь? Детектив, что ли? Да. Извини, перебью. Это дорогой стол? Да, хороший. Что он хочет? Насрать его! Зачем? Не обращай внимания. В смысле? Вытащи. Она останется здесь. Ладно. Ты представился детективом, но я не помню твоего лица. Как твоя фамилия? Света. Сейчас скажу. Иванов? Да. Нет такого. Тогда другой. А есть Семенов. Ты это? Да. А, нет, подожди, не так прочитал. Вертинский. Это я. Погоди, в этом ящике вообще нет досье. Бля, пиздец, что там в мозгу. Вот тут надо. А, ну хуй с ним с досье. Я очень тебе доверяю, бро. Да. Слушай, ты ведь хороший детектив. Расследуй, не игра, а. Найди эту суку, что убила моего друга. Я готов назвать имя убийцы прямо сейчас. Так а чего ты, ну? Доминика. Джокер? Ты. Ты чё? Доминика Джокер. Нахуя это так? Доминика. Джокер? Ты. Причина, схуя это так? У тебя ствол не заряжен. Я не этот ответ, еще другие. Челси, я ничего не понял сейчас. Мне кажется, ты зря порошка всосал. Да что ты говоришь? Такой же вопрос, дружище. Скажи, на что ответить, я отвечу. Объясни причину подозрения. У тебя труп негра на диване и пистолет в руках. Ну это так совпало. Блять, вот теперь он его убил. Главное, в него он попал. Сразу же. Это он с испугу. С неожиданности, с испугу. Ты хорошая работа. Я тогда пойду. Сколько за расследованное дело? Миллион дашь? Зарплата 20 тысяч. Ну ладно. Нихуя себе! Стыда появиться на прямоугольной форме дырка. Поняла. Схуя появиться, что-то там прямоугольной формы двигать. Да-да-да, нихуя себе, стена появится, прямоугольной формы дырка, а? Да-да. Thank you.
интересно, следующая серия будет в таком же стиле или в другом? В каком еще таком же стиле? С хера бы она была в таком же стиле. Это же кого деда, да? Ну, там это сложно ожидать, да. Например, эта история была не на одну серию с рыцарем обиженным. Ну, да. А может быть, истории на одну. Здесь не на одну, потому что называется первая серия. Хотя это тоже ни о чем не говорит. Это не показатели чего. Да. Спасибо за просмотр. До скорого.